Ребята, привет всем! Привет всем моим друзьям, всем тем, кто зашел на мой канал. Я еще раз хочу показать вам презепи. Презепи – это композиция, рождественская композиция, которая используется в Италии. Сегодня мы в другом доме. И мне очень хочется показать, как это здорово делают люди. У меня такой композиции... Нет, она у меня есть, но она не такая, как у других людей. Давайте мы ее внимательно рассмотрим. Здесь женщины. Одна стирает, другая, по-моему, процеживает молоко. Костер. Мельница. Вращается мельница. Все это работает. Вот я не знаю, что за персонаж. И посмотрите, вода бежит. Самым настоящим образом бежит вода. Ой, она не видно. Ну, не очень хорошо видно. Падающая звезда или комета, которая оповещает рождение Жезу Бамбино, как говорят в Италии, или рождение Христа. А вот ясли или хлев, как правильно выражаются, как называют его, именно тот самый момент, когда появляется... Здесь еще его нету, посмотрите. Вот эта самая люлька, она пустая. В нужный момент там появится Жезу Бамбино, как говорят в Италии. Или Иисус маленький. Это его родители. Святая Мария и его отец. Овцы, уточки, пастух, люди, несущие свои дары, зайчики, гуси. Вот они, гуси. У каждого этого персонажа есть свое имя. Я вам не могу объяснить, конечно. Я не такой знаток великий, чтобы все рассказать. Но общую картину вот эту показать не очень хочется. А здесь озерко со своей дорожкой. Смотрите, ступенечки здесь есть. Поднимайте по ступенечкам. А там озеро, и там водичка бежит. Самое настоящее. Я вам покажу, на чем это все располагается. Выглядит это вот так. Ну все.